Сейчас проходим вот мой любимый итальянский ресторанчик. Странно, вот для детей что какие-то лего продаются, игрушечки. О, моя любимая лестница Сваровски. Это главный зал, который просто меня вводит в экстаз. Лестница Сваровски. Рояль, на котором постоянно играют потрясающие люди. Давай. Сейчас мы идем в наш ресторан, нас вот встречают, сейчас будут сажать, у нас есть уже свое место. Вот, что-то он про Симарон там шепнул. Они так выстраиваются, встречают. Ну, как на второй этаж. Да. А, наверх. Да. Да, вот это ресторан. Сейчас мы будем ужинать. Да, у каждого прямо на карточке написан номер столика. Сажают по интересам. Русских, русских, по национальности, вернее. Англичан. И что интересно, те, кто опаздывает, ровно всем закрывают вход. И те, кто опаздывает, уже к нам не подходят. А я сижу, не помню где. Да. Смотри, на катер забрал. Он полицейский, катер нас сопровождает. Ну, сопровождает, да, пока мы открываем, он немножечко открывает. Да, сейчас мы как раз отплываем. Вот с такого борта. Итак, что у нас сегодня в меню? Закуски. Свечей из белой рыбы, с красным луком, лимоном и кориандром. Как ты думаешь, что это такое? Из болгарского перца. Ну, я думаю, наверное, какие-то кусочки болгарского перца. А сверху, наверное, белой рыбки там, ну, кусочек лежит. А сегодня дали вот, например, копченый лосось, так я его еле съела. Ага, а дальше лепестки помидоров с моцарелла, соусом песто и бальзамическим уксусом из Модены, из самой Модены. Салат, прованский молодой шпинат, грецкий орех и козий сыр. Суп овощной минестроне, суп из свежих овощей с оливковым маслом первого отжима. Дальше идут пасты и ризотто, свежеприготовленные на борту. Но тут в этом меню все, что готовится сразу же перед потреблением. Майонези пакери из гарьяна, паста из твердых сортов пшеницы, пропущенная через бронзовые матрицы с рагу из морепродуктов, сливочное ризотто с артишоками. Ты бы что бы выбрала бы? Я, наверное, все-таки пасту. Основные блюда – рыба дня, филе трески по-лигурийски с картофелем, помидорами, маслинами, кедровыми орешками, мясо, запеченное в духовке, я думаю, это Вова выберет, потому что здесь телячья нога. Соусом розмарина подается жареным картофелем, шампиньонами и беконом. Эскалоп из индейки с лимоном, розовым перцем, рис с овощами. Для вегетарианцев тут тоже можно заказать, да, тушеные бобы потаскать. Да это можно и не почитать. Ну что вдруг у нас будет? Белый и красный фасоль, чечевица, морковь, баклажаны и зеленый лук. И румяный багет. Всегда в наличии можно заказать рыбное филе дня на пару с оливковым маслом первого отжима, лимоном и петрушкой. Куриную грудку на гриле. Гарнир с овощами дня или вареными овощами. Хлеб на выбор. 5 разных наименований. Хлеб на Норденле. Не надо читать. Медовый хлеб с клюквой, булочка, покрытая манной крупой, фаркаччо с розмарином, сырные десини. И еще у нас есть десерт. Здесь можно заказать сырную тарелочку с виноградом и конфитюром в тарелке из песочного теста. Очень вкусно. И давали всякий сыр с плесенью, мой любимый, который. И с белой плесенью. Потом на десертике кокосовый фисташковый торт, кокосовый бисквит. Я сегодня его возьму. Фисташковый крем муслин, малиновый соус, торт захер, австрийский шоколадный торт с абрикосовой прослойкой, ассорти из свежих фруктов без добавления сахара, теплый яблочный пирог с ванильным мороженым. Тоже, кстати, очень круто. Тоже. Ну, приятного ладно. Приятного аппетита. А что происходит? Что-то сейчас происходит, мы не знаем, но я на всякий случай...
ты именинника. О, круто, пап. Ladies and gentlemen, put your hands together for our cooks and waiters! Yeah.